шторм бушует, а пламя горит. Мы вместе сразимся с тенями. И солнечное небо, и звезды пути укажут дорогу к победе. Я рыцарем стану и помогу всем, кто нуждается в свете. Добром дорогу свою освещу и к финишу первым приду. Монкар, лишь не твои сбудутся, не унывай. Вперед иди, не сдавайся, педаль газа ты выжимай. С друзьями ты не расставайся. Монкар, ты к цели спеши, волшебный дракон вам поможет пути. Наша дружба сильна, а победа близка, озарим этот мир отвагой. Монкарт. Гонка легенд. Решимость пикси. Да, какое выступление! Элли Валенсия стерла кубу Купи в порошок и прошла в финал! Молодец, Пикси. Пи! Вот, возьми мою руку, медовая моя. Ха, пи! Подожди. Если хотите говорить с моей медовой, придется пройти через меня. Элли, прекрати использовать силу хаоса! Что? Если ты будешь пользоваться силой хаоса, твой монстр сильно пострадает! Прекрати немедленно! Что за чушь? Смотрите, Пикси вполне здорова! Пи! Странно, она не ведет себя как Зеро и Баки! Это, конечно, редкое явление, но говорят, что некоторые монстры могут пользоваться силой хаоса, не потеряв контроль над собой. Ну вот видите. Идем, Пикси. Пи! Элли, что с тобой такое? Раньше ты была доброй. Ты бы никогда не позволила Пикси играть в такие опасные игры. Думаешь, Монкарт шутка? Я пойду на все ради победы. Если так, то я вызываю тебя на поединок. Дра-дра! Чего? Если выиграю, ты пообещаешь больше не использовать силу хаоса. Ну-ну! Кто ты такой, чтобы вызывать ее? Ладно, но если выиграю я... Пи! Ты уйдешь из Монкарта. Больше никогда в жизни не будешь гонять. Ладно. До встречи в финале. Пи! Не плачь, когда продуешь. О, медовая моя! Ты точно в этом уверен? Да вообще легкотня! Элли... Монкарт! Где скорость вашего монстра и ваши способности испытывают на треке? Трансформируйся в мегароида и унеси домой победу! Вперед, драка! Как же так? Ты порой такой глупец! Тебе следовало держаться подальше от этой упрямой девчонки! Говори потише! Теперь я не сомневаюсь. Именно из-за силы хаоса Элли изменилась к худшему и так себя ведет. А как думаешь, где Элли раздобыла семя хаоса для Пикси? Идем! Куда вы? Узнать можно, спросив у того, кто знает. Подожди! Финал вот-вот начнется! Вот это настоящее веселье! Мончо, бежим! А ну, отвечай! Чего вам? Говори! Эти очки! Где купил? Это не то! Рассказывай, как вы с Элли? Влюбились? Если хотите знать.
То было год назад, в один прекрасный, цветущий, волшебный день! Нас это не интересует. Пэйне! Мы хотим знать, где Элли умудрилась раздобыть семя хаоса для Пикси. Да! Откуда вы знаете про семя хаоса? Говори! Ты его дал! Я не... Не я, а монстр. Он вызвал ее на поединок! Дыхание тьмы! Пикси! Финиш! Я поверить не могу! И ты зовешь себя королевой? Это смешно. Хочешь стать еще сильнее? Что если соглашусь? Возьми это и используй на монстре. И тогда тебя никто не остановит. Что это? Это семя хаоса. Семя хаоса? Медовая моя! Пойдем уже! Никто и никогда в жизни меня больше так не унизит! Медочек? Я хочу быть сильнее, но не могу использовать нечто, о чем ничего не знаю! Медочек! Пикси, ты чего? С тех пор Элли ни разу не проиграла. И ее статус королевы остался с ней. Если ты говоришь правду, именно этот парень раздает темные семена хаоса другим гонщикам. Как его зовут? Феттель. Феттель? Его звали Феттель, и его невозможно победить. Робби о нем рассказывал. Точно! Это ведь ему проиграл Майкл. Финальный заезд скоро начнется! Просим всех зрителей занять свои места! Мне пора. До скорого! Джин, надо возвращаться. Да, скорее! Если ты будешь пользоваться силой хаоса, твой монстр сильно пострадает. Прекрати немедленно! Ничего, идем, Пикси. Никому не отнять мой статус королевы. Да! 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 Тра! Тра! А что это? Я сделала его из шипа Фьюри. Он приносит удачу. Спасибо. Почти все, народ. Сегодня мы узнаем, кто же станет победителем. Гонщики финального заезда, займите свои места. До скорого. Да! Знаю. Лишь тебе под силу победить, Элли. Удачи, Джин. Настало время финальной гонки. Элли Валенсия идет на победу третий раз подряд. Есть ли хоть один шанс у пажа Джина Хейста? Джин Хейст, ты готов оставить Монкарт до конца жизни? Ни за что! Я выиграю! Нет, этому не бывать!
Гонкарт на старт! На старт! Поехали! Драка! Огненный шар! Неплохо! Драка! Давай ускоряйся! Не спеши так! Пикси! Мегарайд! Озвучено компанией Trend Media Service в 2018 году.